Я начинаю осваиваться. Я же Леонид Ермольник, я же Роман. Сейчас вы увидите, как надо. Песня «Я хочу влюбиться» из кинофильма «Любовь с акцентом». Лаурита. Лаурита предстала уже не только дикой кошкой, но и соблазнительной девушкой. То, что мы нащупали некие новые тембральные краски в ее голосе, я считаю, что это огромный плюс. В этот день я заболела ужасно. Вот именно в этот день, когда мне надо было выступить, очень хорошо. Появился какой-то необычный тембральный окрас. Вот тебе надо это запомнить. И хоп! Сегодня на репетиции меня подняли наверх. Я очень волновалась из-за того, что я боюсь, что меня могут на концерте уронить либо вперед, либо назад, и меня уже никто не поймает. Для меня важно, чтобы меня ругали, потому что у меня есть стимул выйти и сделать так, чтобы они сказали, ну она же может. Лаурита. Я хочу влюбиться, полететь, остановиться высоко и не разбиться, дать случайностям случиться, прочитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах, дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу, посмотреть, как солнце сходит сверху вниз и за облака. Влюбиться, полететь, остановиться, будто сказочная птица, расстояние самолетов, и узнать получше, кто ты, и понять точнее, где ты, прочитав по жестам прочность и цену твоим ответом, посмотри, как сходит солнце сверху вниз. Ты напрасно боялась, что тебя кто-то уронит. Видишь, как тебя вообще можно уронить? Такая маленькая, хрупкая, столько парней в красных галстуках. Они бы не позволили этому случиться. Но хороший драйв в фонограмме, она так хорошо качала. Тут вопросы к педагогу, может, по вокалу. Они не проставили тебе цезуры, где-то там... У тебя просто не было времени, возможности брать дыхание. Длинные фразы и не проставлены места, где бы ты могла бы компенсировать отсутствие кислорода. Ты сама это чувствуешь прекрасно. Это самая большая проблема была у тебя в этой песне. И, следовательно, ты за этим следила больше, чем за самой песней. В целом, хороший номер. Спасибо. Лаурита, ничего не случилось перед выходом на сцену? Нет? Я просто очень волновалась, то, что я бегала туда-сюда и... То есть ты заранее переволновалась так, что вышла... Не было ощущения той наполненности, с которой ты выходила предыдущего оба раза. Вот правда было такое ощущение, что ты проверяешь этот номер, а ты в тех предыдущих жила. И это было здорово. И правда сейчас был рваный вокал, но все равно... У тебя есть такой потенциал и такое обаяние, и такие возможности, что
Я считаю, что это правда. Сегодня только репетиция, и она тебе не повредит. Спасибо, Миша. Ну, как вы все знаете, меня на этот участок бросили недавно, и нам не хватило. Мы репетировали всего с Лауритой раз 15, а надо было раз 30. И я объясню, почему. Потому что ты очаровательна, обаятельна, замечательна. Мне очень понравилось, и я думаю, что у тебя абсолютно все впереди. И сегодня все было нормально. Молодец. Спасибо большое. Ну, жалко. Жалко, конечно, потому что я как-то так уже расслабилась. Первый раз было здорово, второй раз здорово. А сейчас так спела, как моя бабушка, когда еще была жива. Я только начинала там что-то петь в школе там все. Я говорю, ну как? Она говорит, ну так. Я говорю, ну как? Ну так. Я говорю, ну так, ни с чем пирог. Я вот всю жизнь каждый раз себя контролирую этим. С чем пирог или ни с чем? Есть там начинка или нет? Вот здесь, ну вообще такое ощущение, что ты пела, 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 пела и устала. Я так, честно говоря, у меня иногда бывали такие случаи, вот таких выступлений, только потому что туфли жали, понимаешь? И то виду не показывала. Огорчило это меня сегодня. Все. Может, тебе туфли жали? Жали. Жали, жали! Жали! Значит, скидывать надо туфли. Ну и бог с ним. Друзья, а если вы хотите изменить жизнь Лауриты, отправляйте смс с цифрой 12 на номер 1819 или звоните по телефону 8-803-333-49-12. Она очень ждет. Лаурита!